Вечером принесли вот кошелек, но вечером ничего не было видно, и решил сейчас переснять. То есть вечером я показал его, но я, наверное, это вырежу, скорее всего. Вот такой, значит, кошелек. Сейчас день, видно получше. Надеюсь, что вы оцените его по достоинству. То есть я покупал его на распродаже 11.11, и он стоил $1.5. Сейчас он стоит около 4, что ли, или 3 доллара, что-то я не уточнял. Но продавцу написал хороший комментарий, в принципе, меня кошелек устроил. Тут у нас есть разъемчики под визитки разные, то есть 1, 2, 3, 4. И тут у нас 3. Ну, конечно, немного, но хватит, думаю. Вот. Сюда можно фотографии любимой девушки или семью, фото, семейное фото положить. Все в принципе прошито, ничего нигде не отваливается, строчка вроде бы ровненькая. Тут у нас под купюры идет отделение. Здесь у нас есть замочек. Вот такой вот замочек. Сейчас. Вот тут вот замочек вот такой вот. Ну, в принципе, неплохо. Нравится. Нанесение на кошельке. Приятно, в принципе, лежит в руке. Ссылочку дам, заказывайте. Всем пока, до новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока-пока.